Игорь, мы очень рады, что вы в нашем городе. Мы очень рады, что побывали на вашем концерте. Мы знаем, что вы поддерживаете зоозащитное движение, что вы понимаете нужды животных и пытаетесь им тоже помогать. И в вашем творчестве тоже отражается, что вы неравнодушный человек. Вот. Мы бы хотели, чтобы вы поддержали наш фестиваль, который состоится 3 октября. Скажите, пожалуйста, пару слов для Уфы. Я очень рад тому, что этот, как сказать, флешмоб, да, в стольких городах действительно есть. Когда мне первый раз сказали, я думаю, ну это, наверное, какая-то мечта чья-то. А оказывается, это уже реальность. Это говорит о многом, на самом деле. Это говорит о том, что мы просыпаемся, о том, что все больше людей осознанных становится. Потому что наше отношение к животным – это, ну, это наше отношение, в общем-то, к себе и к своим душам, можно сказать, потому что абсолютно логично, что на несчастьях других нельзя построить счастье. То есть пока человечество эксплуатирует что-либо, его также будут эксплуатировать. То есть мы свободы никакой не достигнем. И потребляя рабскую пищу, мы будем рабами. Издеваясь над другими, мы будем сами страдать. И чем больше людей просыпается и осознается, и чем больше таких акций, тем быстрее, в общем-то, мы спасем нашу планету многострадальную, которая, я надеюсь, не зря нас терпит на себе. В общем. Спасибо большое, Игорь. Спасибо мы вам. Всех приглашаем 3 октября, 19:00, Music Hall. Приходите, приводите друзей, приносите корм для спасенышей, подарки, когтеточки, все, что необходимо нашим братьям меньшим. Мы будем очень рады видеть всех. И спасибо еще раз, Игорь. Мы очень рады. И спасибо вам за то, что вы такой неравнодушный. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо огромное.